Ты слышал о Скорпионе? За последние 2 года от их рук погибли 126 человек. Скорпион неоднократно засекали у наших южных границ. А это потенциальная угроза. С этого момента вся группа будет работать только по Скорпиону. У Скорпиона есть 3 лидера, команда которых выполняется беспрекословно. Нам удалось идентифицировать 2 из них. Кто третий? Единственное, что мы знаем, его зовут Джонни. Документы по Скорпиону были несанкционированно скачаны с компьютера Салиева. Найдите его. Пробивайте все отели, хостелы, аэропорт, вокзал и автостанцию. Есть! Мы засекли Салиева. Он сел на рейс Шымкент-Рабат. И, судя по времени, он уже в Марокко. Вас все ищут. Но мне нужна ваша помощь по Скорпиону. Нам удалось установить личность Джонни. Мне это не нравится. В Калистане собираются вожди местных племен. Работаем. Мне нужен вертолет, 3 ваших людей. Дайте мне шанс. This guy is not so simple.